испытаний! Ты что, сказал предварительные испытания? Перед встречей с Минотавром мы не можем отправлять людей, только сошедших с корабля. Таковы правила. И что именно? Испытание силы, где против тебя выступит лучший бой... Вода! Одно из испытаний заплыл... Что? Совести путь! Расскажи о... Ни человек и ни зверь! Яркий образ. Сто раз. И... О каком... Это богатство на всю жизнь. Тем более... Вы забираете деньги у мертвых? Поверь! Большая часть этих денег идет в специальный приют для детей. Ясно. Имя Мелит говорит тебе о чем-нибудь? Мелит? Нет, не говорит. Я пройду. И заплыв? И заплыв. Замечательно. А, еще один воин пришел спасти нас от... А, это всегда говорит... Леандрос, прошу, слава... Не все воины живут ради славы. Согласна с тобой. Я так всегда и говорю мужу, этому трусливому слизняку. Эй! Ваша дочь? Амара. Она... Да и хватит об Амаре. Трах! Бах! Прошу, поверь. Немедли, герой. Нужно не больше трех героев за нас. Жетоны. Покупка сувенирной продукции обязательно. Легендарным и беременным воинам, и узаконенным богам, а также полу и четверть богам, и иным олимпийцам принимать... И не толкайтесь, Минотавра хватит на всех. Его не победить! О, Зевс, мои ноги, если бы я... Харя, тщедушный боец. Ты что? Мое ча... Смело! Нет. Сразимся! Ты точно не ху... Сразимся! Что ж, начни... Зря не купил жетон, да? Чудная цена! Но я назначил новую! Твоя жизнь! Что? Что я чувствую? Что это? Вкус поражения. Поражень? Побеждать? Возьми... Жетон силы. Нужно собрать все три жетона. О боги, Мисти все-таки одолел его. Нам заплатили... Сколько можно? Где они? Куда они запропастились? Похоже, это... О! Вот как? Ты растил сыновей, только пройдя... Ну, так... Ты получишь жетоны? Я найду твои... Обычно они прячутся в по... Чтобы найти твои... Они паршивцы! Чудные! Ты сказал, что... Лазают... Меня посл... Не бойся. Нужно найти... Это он. Вижу его. Ты меня не на... Бегите домой и слушайтесь отца. Или я пожалуюсь Минотавру. Нашел. Эй, на помощь! Я в ловушке!
беги. Отец ждет. И слушай его, если он зовет тебя. Хорошо, я понял. Ой, рука! Мне все еще нужно найти остальных все мальчиков. Хорошо, можешь уходить. Меня здесь вообще нет. То, что ты сломал, дорого стоило. Папа наверняка убьет тебя. Конечно. Домой. Ну! Последний мальчик. Можно возвращаться к их отцу. Ты был прав. Они испытания. Это будет моя. Так, жетоны у меня. Встречусь с Леандросом в приюте воина. Смотри, вот боец, чья храбрость почти не уступает нашей. Вот ваши проклятые жетоны. Никаких больше игр. Я пришел... Разумеется, мисть. Но сперва... Не хочешь ли ты купить эти... О, боги! Это... Ни одной драхмой больше. Ну, разве ты не захочешь взять что-то на память? Я... Прости. И теперь тебе осталось лишь сразиться... Судя по предварительным испытаниям... Ну вот, славно. Ты найдешь чудовище в пещере храбрых на плато Дикти. Еще два воина прошли предварительные... Они пойдут с тобой, как... Ты проделал такой путь. Нет, нет, нет. А вы должны... Смотри, брат! Последний участник нашего отряда, когда чудовище уз... Минотавра ведь... Если никто не... Ну, или просто ска... Минотавр – существо из мифов. И лишь другой герой мифов сможет убить его. Ты имеешь в виду меня? Мифы о тебе, братец. Отец всеми силами старался замолчать. Все... Ну что, ты готов ехать? Убьем. Леандрос говорит, что он живет в пещере.
Минотавр ест людей и обитает совсем рядом с жителями. Почему он сожрал? Похоже, здесь живет чудовище. Я Минотавр. О! Что? Брось все ценное и беги, смертный. Оставь деньги, и я отпущу тебя, иначе тебя ждет... смерть от копыт! Му-му! Страшно? Малака, буду резать вас, пока не объясните мне, что происходит! Прошлый Минотавр был молчаливее. Был? Мне, то есть. Хватит крови. Убери свои рога подальше и расскажи мне, что... И можешь снять маску. Леандрос? Я говорил, что здесь. С радостью прошу. Они похитили мою дочь. Люди в масках? Ну... Это культ. Вся пивка у них в руках. Они заманим. Амару убьют. Расскажи об Амару. Моя дочь. Счастье, которое они знают. Ты сказал, что там очень много. Но только в одном из них моя дочь. Да, но все напрасно. И сколько человек? Тысячи? Она все, что у меня есть. Она твоя дочь. Меня там убьют. Отец должен... Ты трус! Все верно. Я трус. Никому не уйти от самого себя. Ты спасешь Амару. Спасибо. Люди в масках действуют слаженно и без страха. Их оружие не меч, а наша жадность. На этом спектакле каждый купец, каждый грек и его раб наживаются так, как не снилось Мидасу. Миф о Минотавре делает нас богаче, а о цене мы не думаем. Да, костюм натирает. А ведь я использовал бутыль масла. Трудно дышать в костюме столь прекрасном. О, Зевс, как в этих мехах жарко. Ты Минотавр. Ты Минотавр. Ты Минотавр. Ты Минотавр. Нет, 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 перед этим получилось лучше. Я здесь, Амара. Ничего не бойся. Ты тоже не бойся, Леандрос. Ты нужен ей.
сюда! Это я, Лиандрос! Ты здесь? Думал, ты не придешь. Я с тобой, Лиандрос. Что бы ни случилось, вижу, ты все еще... В этой маске, я... Правда, но она придает... Похоже на то. Для меня... Да, да. Прекрати. Должно быть, ее держат в пыть, но в крепости... Тихо. И я могу крап... У тебя рога. А. И... Где ваша честь, негодяй в масках? Минотавр зовет вас! Выходите! Покажите свою храбрость! Покиньте безопасность вашей крепости и выходите сюда ко мне! Эй, и я тут! Смотрите сюда! Это Минотавр! И он... Он так злится на вас! Нашел. Я буду молчать. Не надо. За что? Прошу, найди. Отпусти. Спрячься. Встретимся позже. Спасибо. Ты спас меня! Ну? Это что, Минотавр? Покажись. Отец? Только не говори! Я ждала и... Конечно, я бы тебя не бросил. Те, кто похитили тебя, если ты слышала что-то... Пока я притворялась спящей, их главарь говорил о встрече в Кидонии. Друг мой. Мы возвращаемся к моей жене. Прошу. Амара, ты жива? Мама! Моя семья — это все. Спасибо Лиандросу. Значит, здесь все. Никто никогда не получал приспевки. Деньги убитых Минотавров. Спасибо за... Ну да,
меньше на твой корабль будет... Ой, трус не заслуживает быть минотавром. Лучшая похвала. В певке оставаться опасно. Удачи. Сегодня! Уйди отсюда! Здравствуй! Туникит! Меня зовут Арсений! В этом нет нужды. Думаешь? Ты убил... Минотавр? Был тяжелый бой. Тяжелый бой с тебя одурачили. Но не бойся, Молодец, парень. А кто? Минотавр – серьезный противник. Помни мой урок. Он ненавидит, когда его бьют. Особенно острым оружием. Это победит твою слабость. Thank you.
Это сам Минотавр. А где остальное? На холме. Даже статуи. Да, говорят, даже... Кем бы ни был повержен Тесей, Минотавром или огромной статуей Минотавра. О, какая сможет ты станешь первым. Здесь, в пеп... Смотри, это не камень, а помет Минотавра! Он только что здесь проходил! Странно, что мы его не видели! Еще один секрет, кроме меня его не знает никто! Минотавр не любит рано вставать! Честно, я разбираюсь здесь в Минотавра! Здесь любят Минотавра! Я уже 27 лет в этом деле! Воины из всех уголков Греции приезжают сюда, чтобы срать... Но! Если выпьешь эликсир из копыт ми... И от чего может вылечить это? От всего, что беспокоит. Горло, старые раны, зуд в местах, которые не почешешь на людях. Он вылечит сожаление о потерянном времени. Да! Откуда у тебя? Сделал из копыт Минотавр. Ага. Дай угадаю. Эликсир... Папа всегда говорил мне... Пригодится, может. Мудрое вложение. Идем. Я не говорю, что это я сломал статую Минотавра. Но не говорю, что это был не я. На этом тур окончен. Это все? Ты... Мои клиенты все... Можешь заплатить моим приятелям за выход. И еще раз добро по... Не получишь ни одной монеты. Что? Ни одной? Я заберу все! Вперед! Осторожней с конем! Не мисти, а ходячий кошель. О, а ты молодец! Ты прошел проверку разбоем. Да-да. О! Знаешь что? Приятно иметь. И еще. Я ищу человека по имени Мелит. Не слышал о нем. Но в городе живет Леандрос. Он знает тут всех. Леандрос? Он... Эй! Да? Каково быть мистием? А, неплохо. Я что-то слышал. О! Еще один шаг, и тебе не жить.
Сейчас! Варнава, ты не поверишь, что случилось в Мисаре. Хотя, наверное, поверишь. Я тебя слушаю. Я нашел у Гноса легендарный лабиринт. И был внутри? Я победил Минотавра. Как интересно. И все? Вообще, я чьё-то богам, Геродор. Скажи, как выглядела эта тварь? Так ли он свиреп, как говорят? Да, да. Запах источал шутки. Как вообще можно поверить, что я вырвал у него рог? Ты настоящий герой! А этот артефакт обладает особой силой. Гнут не должен заполучить его. Достаточно! Покинул вахту!
Капитану руля! Кое-что нашли!
ну, прекратите! Как плыть по морю без песни? Еще песню, ну же! Другую песню! Послушаем другую песню! Знаете что-нибудь еще? Спойте мою любимую, ту самую! Спойте другую! Скребите, а не пойте! Что-то есть. Может, поднимем? Thank you.
протянул мостик! Вы свободны! Капитан снова у руля! Заберем это на борт, капитан!
и по-хорошему. Thank you.
Ладно, бегу.